Активисты Одинцовского отделения «Единой России» смотрели новые автомобили Одинцовской областной больницы. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева медицинскому учреждению были переданы 13 новых автомобилей «Лада Ларгус» в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы. Машины будут обслуживать неотложные вызовы. Секретарь Одинцовского отделения партии, глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что в ближайшее время неотложки выйдут на линию.